Всем привет! Сегодня я вам расскажу историю про одну девочку по имени Настя. Однажды, в общем, Настя жила в России. И однажды она пошла за хлебом. И, в общем, дальше случилось непроисходимое. В общем, когда она зашла в магазин, она увидела обычного продавца. Она знала ее имя говорить не буду. Не спрашивает, почему. И, в общем, она попросила у продавщицы хлеба. Как вдруг-то испарилась в воздухе, и от нее осталась только пыль, как в Майнкрафте, когда убиваешь моба. Она очень испугалась, хотела убежать и рассказывать об этом в полицию. Но дверь оказалась заперта, и это уже не понравилось. Как вдруг за стеклом она увидела еще какого-то пацана, которому было примерно 10 лет. Он, в общем, шел тоже сюда покупать себе там пиво какое-то. Мотор крепко зачем-то. Хотя оно невкусное даже. И, в общем, он очень увидел стекло девочку и не увидел продавщицу. Она все рассказала ему. Парень очень испугался. Позвонил в полицию. Полиция приехала. Смогли каким-то образом выломать дверь. Потом оказалось, что раньше в этом месте, что раньше этот магазин подсваивал один парень. Тому было тоже примерно 10 лет. И оказалось, что это был тот самый парень. И это он все подстроил. И эта продавщица была настоящим продвинутым роботом, который умел даже испаряться. Прикиньте. И в общем, парня взяли в заложники. Начали допрашивать, как его зовут. Он сказал, что его зовут Матвей. Те посадили его на полицейский стул и убили. Он смог умереть. Но перед этим сказал, что еще вернется. Потом девочка больше никогда не ходила в этот магазин. А мама решила не рассказывать эту историю. Потом она, конечно, спрашивала, почему дочь так долго была там. И почему не купила хлеб. Но ты сказала, что просто хлеба не было. И просто, что она решила еще погулять на площадке немного. Мама ей, конечно же, поверила. Ладно, ребят, всем понравилась эта история, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!